Овес Иван Антон для продажи в парке. 100 раскрашенных шаров нес на длинной палке. Но случилась с ним беда. Он задел за провода, и шары как будто вставки по отдельности и связки над бульваром носятся, в руки так и просятся. Что наделал на бульваре двухкопеечный товар? Все кричат, как на базаре, все бегут, как на пожар.